Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет. Сегодня к нам на обзор попал телефончик Nokia 3250. Вот так, вытащил, включил. Телефончик выглядит... неплохо. Ну, конечно, староват. Довольно старая модель. Не помню там какого-то года. Чуть 2006. То ли 7. Что-то вот такого. Может, старее, не знаю. Сейчас заглянем, что тут у него по операционной системе. В общем, инфотелефон. Ядочка, решетка. 1, 2, 3, 4. Так, Nokia 3250, версия прошивки RM38. Ага, дата выпуска 20.09.2007, версия 4.60. Это так. Ну, так все работает, в принципе. Динамик вроде бы неплохой. У нее еще фишечка такая. Тут разворачивается вот эта часть. Вот таким вот образом. Еще можно сделать оборотик. Так. Вот такая. Фотокамера, я не думаю, что тут, конечно, супер-пупер мегапиксельная 2, да и есть, наверное. Ну, по картинке, в принципе, вроде неплохо так. Так. Пульт управления можно использовать как плеер, ну, в принципе, с чем-то телефон позиционируется, как музыкальный. Задняя крышечка здесь снимается так же, как на 8800. Только там съезжает эта крышечка, тут надо зажимать и здесь подымать. В комплекте у нас тут идет зарядка, наушники, Nokia. Обычный USB кабель, он такой вот идет. Ну, еще старость телефона. Разъем такой. Значит, диск. Ой. Что-то еще инструкции. Еще есть еще такая вот штучка. Так, на этом все. Спасибо. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал. Thank you.